полной боевой готовности. Субъекты электроэнергетики подготовились к предстоящим праздничным дням. Назначены дежурные, сформированы оперативно-выездные бригады, закуплены необходимые инструменты и материалы на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. В правительстве региона состоялось заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения, где была поставлена четкая задача. Не допустить в период праздников никаких отключений, связанных с неплатежами, какими бы сложными юридические отношения ни были, в праздники отключения просто недопустимо. Следующий момент. Обо всех нештатных ситуациях и авариях незамедлительно информировать единую дежурную диспетчерскую службу муниципального образования и информировать дежурную службу губернатора. По прогнозам синоптиков, сильных морозов праздники не ожидается. Но от погоды всегда приходится ждать неприятных сюрпризов. На такой случай должны быть предусмотрены необходимые запасы резервных видов топлива. Сейчас запас у всех присутствует, но не допускать его снижения ниже нормативного запаса. Значит, отдельно хочу сказать про техническое состояние резервных источников электроснабжения. То есть необходимо проводить на постоянной основе мероприятия по поддержанию сил и средств реагирования. Таким образом, все источники резервные электроснабжения должны быть исправны, находиться в постоянном боевой готовности. Особый зампред правительства Максим Громов обратил внимание на работу газовщиков. Он поручил оперативно подключать новое оборудование взамен неисправного и выполнять эту работу даже в выходные дни. Любовь Почерникова, Андрей Семелков, РТВ Иваново.